С вами Ваш Роков, это мой блог. И сегодня мы поговорим с вами о том, чем я занимаюсь на карантине. Кстати, я заметил такую фишку, когда ты просто ставишь телефон, диктофон, да, и слышно неплохо. Слышно настолько хорошо, как будто это студийный звук. Ну, то есть, вполне нормально. Если еще подтянуть, то вообще просто пушка. Это вы можете понаблюдать в ролике, я оставлю ссылку внизу, либо в подсказках, если научусь их делать. Когда монолог, ролик-монолог, когда парень говорит, это просто записано с телефона. С телефона и подставлена музыка. Все, в принципе. Ну, я начал осваивать, на самом деле, Logic. Logic Pro X — это очень крутая программа. Это, кстати, один разработчик, как Final Cut, мой любимый. Final Cut — это для видео, если вы не знаете. Собственно, что делаю обзоры по Тинькову, потому что они больше всего набирают, ну и там такая заварушка с компанией, то есть разорение компании все-таки, в которой я вложился, но не суть. Также играю на гитаре, в лоджике делаю биты, пробую, там осваиваю эту всю тему. Давно, кстати, не снимал себя вот так, решил попробовать, чтобы, может, вы меня забыли. Сделал пару смешных клипов. Записываю, короче, свои треки. Готовлю альбом. Но это слишком громко сказано, альбом. Думаю, как это все сделать. Какой видеоряд. Вот, собственно, что происходит у меня в жизни. Ну и карантин ухудшается. Все жестко, ребят, очень жестко. Сегодня столпотворение в метро. Людей, потому что ввели эти пропуска, то есть закрыли только по пропускам. А люди стояли в очередях там, на работу. Ну, жесть. Очень тяжелая ситуация. Пока мы вроде магазин открыть не знаю. А, одну знакомую штрафанули. Как всегда, то есть, ну, беззаконие творится. Просто подошли мусора, штрафанули и все. То есть выписали бумагу. Но на самом деле это можно через суд решить, что она не правильная. Потому что закон-то не вышел. Собянин ничего не говорил, что такой жесткий запрет и там какие-то штрафы. А уже штрафанули. Причем это было 4 дня назад. Я офигел. Типа, что ты находился в 2 километрах от своего дома. Такой вот пиздец. 4 000 рублей девчонку. А девчонка такая, ну, тихоня, хорошая девчонка. Ну, уже творится какая-то хуйня, если честно. В принципе. Я сижу дома, что я вам советую. Очень жестко. Очень жестко. Ну, вот по творчеству, думаю. Слежу, кстати, если вам интересно, за кем я слежу. Это Трэвис Скотт. Ориентируюсь я, в принципе, только на Америку сейчас, потому что понял, что видаки крутые, это Америка. Что, допустим, музыканты топовые. Вот Трэвис Скотт. Ну, типа, у него просто можно видеоряд. Он делает очень круто. Он очень круто делает звук. Он сам битарь. Как и доктор Дре, и начал вот это вот все двигаться. Я все посмотрел, что с озвучкой пацаны там озвучивают. Все эти каналы. Короче, серфлю интернет и... То есть будет развитие какое-то. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Поддержите меня, чтобы я не так сильно унывал в карантин. Пока, удачи и держитесь, друзья.